5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, мы идем на рейд базы Player 7760. Не помню такой базы, посмотрим, что тут интересного. Так, старый пикап пустой. Опа, я уже вижу, где я буду заходить. Так. Давай, 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 ломай. Отличненько, идем дальше. Идем дальше. Так, по кругу буду ходить, да? Судя по всему, да, давайте здесь. Так, у меня топоры как? Нормально, должно хватить. Пустая комната. Давайте. Не, мы сделаем. Хотя, если там есть ящики, нет, давайте здесь сломаем. Опа. А вот мы и скрыли всю базу. Остался этот маленький квадратик. Я вот отсюда его сломаю, чтобы меньше топора, прочности топора тратить. Опа. 5 ящиков. Нет, 6 ящиков. Ладно, давайте ломать ящики тогда и смотреть, что тут интересного. От зомбарей буду избавляться уже чуть позже. Так, еда, камни. И все. Веревка. Вот это еще. Ладно, идем дальше. Здесь у нас чего? Камни. Железные слитки, разрушитель неплохо, аптечки, бинты, что пугаете так. Веревку можно забрать, доски можно забрать, бревна. И все, ну это 3 штуки, забирать их не вижу смысла. О, еще слитки, хорошо, бензинчик, тоже замечательно. Гаечные ключи. Еще ящичек. Микросхема, еда. Ну, в принципе, да, надо вернуться в чемпер. Положить весь лут. В общем, от 2 волн я избавился. Умирать тут, мне кажется, смысла нету. Давайте откроем еще один ящичек, посмотрим, что в нем. Это заберу, вот это заберу, пусть будет это, 4 талона, нифига себе, целых 4. Так, здесь, что я забыл взять, это, и вот это, кстати, делать вот так. Каменные блоки еще можно забрать. Ну и, собственно, все. Здесь я вроде бы уже все посмотрел, ничего интересного такого не нашел. Так, ну последний ящик открываем и сваливаем отсюда. Опа. Что-то тут есть. Это, конечно, очень хорошо. Больше тут забирать, в принципе, нечего. Тут я видел, еще были доски где-то. Вот. Так вот заберу. Еще можно сломать станки, если у него есть. Да, вот эти. Вот эти. Опа, хорошо. Сейчас вот этот сломаю еще. А ничего тут нету. Печальненько. Ладно, на этом все, ребятки. Такой вот был рейд. Такой вот лут, не особо интересный. Кстати, здесь меня не рейдили. Это я иду на рейд, так что меня ничего не крали, по сути. То, что нашел я, найдете и вы. Если, конечно, эту базу не изменят. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.